In 1480, Moscow's army, led by Ivan III, faced off against the Mongols across the banks of the Ugra River. But the Muscovites, armed with guns, were too much for the Mongol army. When the Mongols realized reinforcements weren't coming, they retreated. Now Ivan III was free to pursue his ambitions to expand Moscow even further. Despite the rapid rise of Moscow, it was still a vassal of the Mongol Empire. But after the stand at the Ugra River, Ivan III's ongoing refusal to pay tribute antagonized the Mongols. Yet, retribution never came. Cracks had developed in the highest levels of Mongol rule, and the Golden Horde shattered into smaller khanates, beset by infighting. So Moscow was left free to expand. Ivan III continued taking control of smaller Rus principalities by any means necessary. Some had been ruled for over 100 years by an historic enemy, Lithuania. Ivan III was determined to take them back. By 1500, he had turned Moscow into more than just a city or a state. It was an entity that he claimed represented all the Rus people. Ivan's successor, Vasily III, would fight to take back the lands from Lithuania that he believed belonged to Moscow. Grand Prince Vasily III dispatched his Rus army to Lithuania. His goal, to capture the fortress of Smolensk and expand Muscovy's influence. The Rus needed a strong position from which to prepare for their assault on Smolensk. If the Rus could secure each village, they would have use of its military buildings. They needed to choose carefully which village to take first. The Rus took the first village, giving them a base from which to advance. The village of Vyazma had supported Smolensk with well-equipped infantrymen. Люди, приготовляйтесь и наказывайтесь. Готов, если потрудитесь. Я построюсь. Кто накажете? Начинаю строить и сейчас. Приготовлять. Служите раньше. Позаратай, дворевне готов в путь. Сие есть долг мой.
Трудитесь, надобно. Я построю скоро. Трудитесь, надобно. Я построю скоро. Приготовляйтесь, воины. Идти надобно по спору. Таков наказ есть. Поминуй. Куда направлять? Направляюсь я, куда наказано есть. Скачу на преж. Скачи, родимая. Направляюсь я, куда велено есть. Исполнено будет. Ладно, есть. Да. Будь. Повинуюся. Исполняю. Сделано будет. Приготовь живу службы ради. Восстанете, воины. Идти надо на поспору. Таков наказ есть. Выступайте доблестно, воины. The Rus advanced, taking a second village. The village of Roslavl was strong in the training of cavalrymen. Трудитесь, надобно. Сберу древесина. Что на карте? Начинаю строить и сейчас. Слушайте все. Собираю снег, яко веленый. Где трудницы надо внесут? Повинуюсь наказу. Я построю сие. Начинаю строить и сейчас. Сейчас увелите. Куда направляться? Начинаю строить и сейчас. Трудитесь, надобно. Я построю скоро. Что накажете? Идите, трудницы надо мне суть. Я построю сие. Построено добром. Готовы? Готов, есть им потрудитесь. Трудитесь, надобно. Построено есть. Радость ве. Готов. Идти надо на подпору. Готов, готов повиновайтесь. Братья. Двигайтесь, надобно. Что на месте будет? Где друг? Куда направляться? Слушайте все. Древеса всегда надо внесуть. Начну копать. Что на месте? Где трудницы надо внесуть? Надо вно копать. Время действовать. Готовы. Что все хочете? Сделано будет. Готовы.
готов. Трудитесь, надобно. Туда уже направляются. Сбираю древеса, яко велено есть. Готовы, есмь, потрудитесь. Что накажете? Иди, трудницы надо внесуть. Сие построю. Что накажете? Сие построю скоро. Иди, трудницы надо внесуть. Крепко есть. Построено крепко есть. Что велите? Что накажете? Копейщик. Ожидаю наказа. Конь оседлом есть. Поребник готов. Копейщик готов есть. Конь оседлом есть. Поребник готов. Повинуюсь. Иди, трудницы, надо внесуть. Начинаю строить сейчас. Надо внесуть. Наказ слушайте надобно. Сберу древеса. Построй. Копейщик готов есть. Трудитесь надобно. Куда направляетесь? Сделано будет. Хочу на брешь. Благо есть. Исполнено будет. Сие есть долг мой. Направляюсь, куда наказано есть. Направляюсь, куда велено есть. Скачи, родимая. Скачу на брешь. Сделано будет. Направляюсь, куда велено есть. Слушаюсь. Сие есть долг мой. Ладно есть. Будь. Скачи, родимая. Часов велите. Яко прикажете. Готов повиноваться. Копейщицы, приготовляйтесь к брать. Я готов. Брюка обеими ногами. Рота, примите знак веселый. Поспешайте, копья несут. Готов, если потрудитесь. Я готов! Корабрище, копейщик! Копейщик, наступайте! Что наказ? Куда направляться? Наказ слушайте надо. Копейщик, готов! Накажите! Держите! Копейщик, наступайте! Копейщик, да. Готовы! Яко прикажете! Копейщик, где вы подавляетесь к грани? Что накажете? Слушайте все, яко прикажете. Ожидаю в путь. Скачу на брешь. Слушайте все. Надо на путь идти. Всем, надо найти нам. Thank you.
Дайте мне работу. Слушайте все. Готовы, если потрудитесь. Я построю сие. Сие построю скоро. Идея трудницы надо внесут. Потрудихся и зря. Приготов долг, несть бремя. Восстанете, воине. Поведу вы. Хера, поспешайте. Копья несут тяжелы. Обеими ногами. Ровно. Сейчас. Готов, стремлюсь к добродетели. Святость освещает путь. Часов больше. Путь мой чист есть. Готов, веду вы. Служите рад, если. Выступайте доблестно, воине. Долг несть бремя. Восстанете, воине. Приготовляйтесь, воине. The Rus now controlled three outlying villages. The village of Yelnya had a long history of archery expertise. Controlling the outlying villages gave the Rus army a wealth of resources, allowing them to begin planning their assault on Smolensk. Two vital trade routes kept the fortress of Smolensk well supplied. So long as these routes remained active, the Lithuanians could launch counterattacks against Vasily's forces. Приготовление исполнено будет. A Rus ally had stationed cannons in the village of Krasny. If the army could get to the village, they could add the cannons to their arsenal. Идти надо по паспору, таков наказ есть. Восстанете, воине! Выступайте доблестно, воине! Идти надо на паспору. Таков наказ есть. Поведу вы. Исполнено будет. Долг несть бремя. Восстанете, воине. The Rus were nearing the village of Krasny, where Vasily's ally had stored a stockpile of cannons. However, Lithuanians had already captured the village and had it closely guarded. Воины!
the Rus were unable to eliminate all the Lithuanian traders, the well-supplied fortress launched an attack. The Rus took hold of Krasny, adding a battery of cannons and a valuable research center to their forces. Скачи, родимая! Направляюсь, куда верно есть! Повинуюся! Исполняю! Скачи, родимая! Люди, приуготовляйтесь! Люди, идите в сторону! Корабли! Я вам прикажу! Ждите наказы! Наказывать! Анаси! Выступайте надо! Братья! Двигайтесь надо! Орудия на брань готово! Не грядите! Стрелка там исполнена будет! Исполнена будет! Примите зрак, веселый! Идите, воины, идите! Куда направляться? Разбираю древеса, я велено есть. Слушайте наказы! Я... Стреляйте на него! Я готов! Парит монахи! Выступайте нам! Орудия на брань готова! Держите копия ровно! Я готов отступать! Повинуемся на... Орудия на брать готова! Исполняем указы! Да толкать не будет! Держите копия ровно! Отсижайте! Копия несут тяжело! Войни, накате суд! Слушайте все! Древеса все иди! Слушайте все! Все, я построю скоро! Слушайте все! Иди, надо найти нам! Поражаем ты!
Творевник готов на спасение. Копейщик, повинуйся. Можете сидеть. Копейщицы, наступайте. Копейщицы, наступайте. Поспешайте. Копия не суть тяжелы. Яку прикажете. Корабли сделано будет. Примите зрань. Приуготовляйтесь. Обеими ногами. Примите зрань, веселый. The Rus destroyed the Lithuanian supply caravan, beginning the process of starving out Smolensk. If the Rus could stop all the supplies, they would ensure the army within Smolensk remained weak and unable to send out attacks. Дайте мне работу. Я построю ее. Стреляйте в меня! Копейщицы, приуготовляйтесь к брани! Ждите на мозга! Будьте на льду! Сделано будет! Ожидать путь! Скачу на брешь! Ждите, исполняем наказы. Конь оседлан есть, паревник готов. Направляюсь, куда наказано есть. Направляюсь, куда велено есть. Огонь даже есть! Парник убьет ее! Трудницы на... Наказ слушать, идем. Надо бы найти нам. Сберу древеса. Иди, трудницы, надо бы несуть. Слушайте все. Сделано будет. Начинаю строить сейчас. Трудитесь, надо бы. Люди, приуготовляйтесь и наказ... Люди, иди... Что накажете? Наказ слушайте, надо бы. Обстрел ладен есть! Повелевайте! Готов поминоваться, если... А, закрасно! Приуготовляйтесь, как... Набрать копейщицы! Копейщики! Будьте хорда! Сейчас! Да. Копейщики! Надо мной в путь идти, копейщики! Да! Сейчас! Не влачите ноги, копейщики! Не люблю, я их достреляю! Надо мной в путь идти, копейщики! Поражайте смело, копейщики топливные! Копейщики, поражайте губно! И уготовляйте! Тихо! Припадай на коней, братья! Направьте меня на брат! Несть, сон, несть! Слушайте все, новые наказы суть! Ладно. Дали нам наказ, идти надо бы! В блюду аще построено будет исправно! Vasily's men cut off the western trade route, tightening their grip on Smolensk. Наказы исполнены будут. Сделано будет. Тема, воины, следуйте за пушками. Да, иду скоро.
Приуготовляйтесь! Напряжь, копейщики! Нас ожидает брань! Берите копья и напряжь поскору! Чесонок, двигаюсь, и куда велено есть! Готовы есть к делу, но... Внемлите, ожидайте наказы! Идем поскору, все! Наказывайте, сделаю все! Ожидаем наказы! Внемлите, исполню наказ ваш. Дали нам наказ. Идти надобно. Уразумею. Не сяду, донди же соберу. Есть сон. Часу накажете. Начнусь, я немедленно. Наказывайте, сделаю все. Приказ ясен есть. Орудия осадные готовы к брани. Направь тебя на брань! Воины, напряг! Готовы служить! Слушайте все! Сейчас наказы будут! Несть сон, несть отдохновение. Часу накажете? Готов, едем к делу новому. Жажду крови. Направь тебя на брат. Будет для меня приказ. Сделаю, как накажете. Блюду, аще построено, будь ты справно. Куда меня направь? Иду на пресс. Держим ряд. Иду. Братья мои, наказы даны. Делаю, как накажете. Поражайте смело, копейщики доблестные. На пресс, копейщики. Будет для меня, слушайте все. Новые наказы, суть. Готов есть к наказам. Каков наказ, уразуме? Ладно, есть. Держите ряд! Куда стрелу пустить? Позородая, бейте противника! Иду напряжь! Слушаюся слово кое-что. Ладно. Служите готов. Отправляюсь немедля. Двигаюсь, и куда велено есть. Иду куда верить. Несть сон, несть отдохновение. Копье мое служит вам. Жажду крови. Готовы есть к делу новому? Направь тебя на брань. Возведу все, якобы поняла, иду туда. Направь тебя часу на брань. Часу накажете. Стройте надобно. Готов есть к наказам и славе. Наказывайте. Все приказы новые. Исполнено будет. Идите за орудием, войны. Thank you.
Наказом внемлите. Трудно скосен есть. Идите, это наказ. Помогали. Орудь напрежь. Толкать. Войны. Напрежь пускову, везите орудие. Напрежь, толкайте орудие. Новые наказы, суть. Готовно, избирайте время для выстрела. Слушайте, воины, приступаю, Паскор. Орудия осадные готовы. Исполняем. Тихо, повинуюсь наказу. Готовно, тихо. Надо бы дело делать. Значит, ты застрелите! Отправляюсь немедленно. Слушать будет сделано. Лучше идти, нежели братися. Орудия осадные готовы к брани. Что накажете? Копейщики, поражайте купца. Наказывайте. The Rus cut down all the traders, stopping any attempt at resupplying the fortress and leaving its garrison weakened. Что накажете? Кого стрелять? Готов есть к наказам и славе. Строите надо. Жажду крови. Готовы служить. Слушайте все. Идем, не празднуйте. Сие люблю. Не готов есть. Слушайте все, новый наказ. Начну сие немедленно. Жажду крови. Готов есть. Ладно, сделано есть. Наказ. Надолго удержится. Пищальник приготовлен. Сделано наказ. Будет. Да, есть. Копье мое служит вам. Жажду крови. Будет для меня приказ. Направо! Все приказы новые! Копейщики, не влачите носи, копейщики! Как угодно, копьем стрелую сие немедленно! Иду славе на средь, выражайте смерть, минуйся на газ! Копейщики, напряжь! Не ленитесь! Часу накажет. Не млин. Идем, не празднуйте. Идем по скору, все. Слушайте все, сейчас наказы будут. Дали нам наказ. Слушайте все, сейчас наказы будут.
Готовы, есть к делу новому. Приуготовляйтесь! Направляйте копья! Надо в путь идти, копейщики! Что прикажете? Послушен каждому слову. Немедленно скачу вперед. Несть сон, несть отдых. Исполни наказ ваш. Немедленно. Слушайте все новые наказы судьи. Наказывайте, сделаю все. Каков наказ есть? Доказывайтесь. Внемлите, идем. Доказывайтесь, делаю все. Слушайте все, новые наказы, судьи. Готовы, есмь к делу новому. Что накажете? Наказывайте. Есть сон, есть отдохновение. Блюду, а еще построено будет исправно. Копейщики, будьте храбры и готовы. Новые наказы, суть. Воины идут за орудиями. Пора уходить. Будет? Нечисто. Наказывать. Слушайте все. Новые наказы, суть. Ладно. Строите надобно. Слушай, дали нам наказ идти. Часу накажете. Возведу. Часу накажете. Возведу. Наказывайте, сделаю все. Готов, есмь к делу новому. Есть сон, есть отдохновение. Есть сон, есть отдохновение. Готово служить. Вем, где? Возведу все, я часу накажу. Есть сон, есть отдохновение. Внемли. Идем поскору, все. Уразумев. Наказывайте, сделаю все. Ору землю, хребет валить. Сделаю, как накажете. Слушай, идем, не празднуйте. Древеса собирать, не мли. Желание ваше есть закон. Наказывайте, сделаю. Слушайте все, сейчас идем по скору все. Идем по скору все. Строите надобно. Слушайте все. Сейчас наказы будут. Слушайте все. Новые наказы суть. Дали нам наказ. Идти надобно. Ладно. В исподню. Иду. Есть сон, есть... Слушайте все. Новый наказ. Исполню наказ ваш. Не сяду, донди же соберу.
Готов? Наказывайте, сделаю все. Будет для меня приказ. Блюду, а еще построено, будет исправ. Войны, новые наказы, Сус. На прежпускору везите орудия. Идите за орудием. Орудия осадные готовы. Благой. Переносим орудия. Приуготратия! Наступаем! Наказывайте, сделаю все. Рада есть, трудитесь в исподней вашей. Есть сон, есть отдохновение. Анахи, суть набрать. Желание ваше есть закон мне. Какие наказы для рук сделано будет? Приуготовляйтесь! Направляйте копья! Сделаю все, яко накажете! Внемлите! Ожидайте наказы! Возведу все, яко прикажете! Люблю трудитесь в исподней! Наказывайте, сделаю все. Будет для меня приказ. Блюду, а еще построено, будет исправно. Служите готов. Приуготовляйтесь, братья мои. Да будет так. Часу накажете. Слушайте все, новые наказы суть. Добро. Внемлите, ожидайте наказы. Готовы есть к делу новому.
Исполняем. Наказы исполнены будут. Готов, есть к делу, но... Слушайте все, сейчас наказы будут. Слушайте все, новые наказы суть. Прикажете. Какие наказы надобно дело делать? Печать заряжена есть! Тихо! Приказы новые будут сейчас. Пещальник ожидает наказы. Ожидайте наказа, пещальники! Да! Наказ пищать готово есть. Исполнено будет. Пищать готово есть. С радостью. Твой исполнено будет. Сделано будет. Идите за орудием, воины! Приугодрядия! Наступаем! Исполнен наказ ваш! Все приказы новые! Наказ снова есть! Исполнено будет! Исполняем! Надобно дело делать! Напряжь, воины! Следуйте за пушками! Потоп, войны, чтоб двигать, однако, чтоб надобно дело делать, орудие сделано будет. Слушайте наказ, войны! Идем! Да,
Ну. Не отступлю ни на шаг. Исполнено будет. Да ощутят. Да. Стреляйте в цель точно. Исполняем. Избирайте время для выстрела! Надо в то дело делайте! With the thunder of Rus' firepower and the force of overwhelming numbers, the army had breached the mighty walls of Smolensk. All that remained was to eliminate the Lithuanian army in the city itself. Будьте храбры! Не влачите ноги, копейщики! Приготовляйте вещать на брань! Поражайте смело, да! Сейчас! Готовность полная! Тихо! Набрежь! Толкайте уроки! Часу накат, слушайте все! Сейчас накаты будут! Пора уходите! Новый наказ! Орудие! Все напрежь! И убейте копья и напрежь поскору! Все напрежь, воины! Следуйте за пушками! Копейщики, поражайте! Повинуйся наказу! Новый наказ! Вещать заряд! Воины, идите по мне! Буду держать позицию. Ох, напряг! Толкайте орудия! Переносим орудия! Орудия войны идут! Так и все готовы, что пушки меняют место! Какие наказы для орудий? Напряг! Толкайте орудия! Саны готовы к брани. Готовность полная. Поражайте, надо вновь путь идти, копейщики. Вещарь готовы есть. Вещарники, спешите, зело. Thank you.
With the capture of the mighty fortress of Smolensk, Grand Prince Vasily III had succeeded in retaking the ancestral lands of the Rus. Muscovy's rise to dominance was gathering pace.